Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 марта. Мученик Иоанн Болгарин. Был родом из Болгарии, в ранней юности, по своей духовной незрелости, подался козням дьявольским, доверился поверьям турок и отрекся от веры Христовой. В скором времени несчастный осознал всю тяжесть своего прегрешения, ушел из родных мест на святой Афон. И там, в лавре святого Афанасия, в полном послушании у старца, 3 года в горьких слезах и покаянных молитвах просил у Бога прощения. Сила раскаяния юного Иоанна была столь велика, и желание его служить истинному Богу столь горяча, что оставил он святую гору, прибыл в Константинополь, и там, в храме святой Софии, превращенном в мечеть, стал открыто и бесстрашно исповедовать христианство. Святой был непоколебим и перед льстивыми уговорами огорян, и перед их жестокими угрозами. 5 марта 1784 года 19-летний проповедник был обезглавлен. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.